Всем привет. Столкнулся с такой фигней. Вроде бы все мерил, а теперь у меня вот так вот показывает при включении. Так, чтобы было видно. Вот включаю, и начинаются артефакты разные. Вроде бы, казалось бы, что же делать? Нужно скинуть клемму питания. Я его уже разобрал, огорчился. И после того, как скинули клемму питания, разряжаем стабилизатор, полевой транзистор. Теперь подкидываем питание на место и посмотрим, получится ли чудо. Чудное, диво дивное. Оживить прибор. Так. Куча артефактов. Включаем, и ничего не помогло. Опять куча артефактов разных. Снова откидываем питание. Пробуем. Ничего. Ну и теперь уже пинцетом. Точно разрядили. Подбрасываем питание обратно. Щупы отключены. Что самое странное. Хотя, блин, все мерил. Схему на холодную мерил. Ну и вот. Баги продолжаются. Только что все мерил, и теперь вот опять. Куда-то все пропадает. И выскакивает куча артефактов разных. Как с этим бороться? Разряжать будем теперь на жирную клемму. Ну, с серединой оно запараллелено. Аккуратненько вставляем. Оп, вуаля. Все работает. Не попал на бабки. Все. Фух. Собираем. Чудо чудное, диво дивное. А я уже и на зарядку его кидал тут. Что только не делал. Саечка за испуг. Спасибо добрым людям. В описании поставлю оригинал. Подсказочку. Так что не поленитесь, пройдите и отлайкайте человека. Для начала может все-таки еще раз проверить. Угу. Кнопочку забыл. Так. Опять вскрывать будем.
любые транзисторы. Все-таки, которые держат заряд, честь и хвала им. Тот приборчик-то все-таки понравился. Такие хорошие. Понты для приезжих. Но если где-то разбирать в поле, то, конечно, будет жесть. Так. Ставим. Закрываем. У меня он еще наклейка даже наклеена. Не отдирал.